Почему так тяжело сохранить отношения в современном мире? Очень сложно встретить своего человека. Девушка, а вы в курсе, что у вас не тело, а Феррари? Ты что, вообще охренел? Ух ты, тело как Феррари. Как можно так долго быть с одной женщиной? Спустя 15 лет совместной жизни все может случиться. И это будет ужасно. Мне же придется водить ее в рестораны, в гостиницы, в подарки. Мы это не потянем. Но выход есть. Свингерландия. Каждой паре по паре. Я люблю садомазу. Бьете женщин? Почему бью? Парю. Короче, я начинаю новую жизнь. Жизнь кис. Нужно все время быть пьяненькой и вот так вот смеяться. И всем давать. Старайтесь поддерживать интерес партнера. Я знаю, что вы потрясающе читаете стихи. Прочтите, пожалуйста. Был тихий час. Пробуйте что-то новое. Скоро грянет буря! Идите, как-нибудь сами мы пошли. Do not spend all... Не находитесь все время вместе. Что? А ну-ка пошел отсюда. Я за тобой целый километр шел. Вы маньяк? Таких фантазий у меня еще не было. Но если вы хотите, я могу. А с чего вы взяли, что мне это нравится? Ну, ты маньяк сказал, как-то с надеждой, что ли? Я хочу лишиться девственности при помощи вас. Вы же лучше, чем первый встречный. Спасибо. Я хочу ребенка от вас. А почему я? Нет. Понятно, почему. Нет, все-таки. Я тут ни при чем. Она меня сама похитила. Ну а что, тебя западло, что ли? Сделал дело, гуляй смело. Вы что, тут оба, что ли?